Дядя, который тут живет, был на войне. Он пьет пиво. У этого дяди большие ноги из-за болезни. Да, а лифтом никто не пользуется, там мочой пахнет. Дядю из этого номера часто арестовывают. А тетя из этого думает, что ее муж Христос. Ты смотри поосторожней с водой, а то я один раз в больницу попала. В эти номера нам ходить нельзя. Но давайте сходим! И это всего за $20. Представьте, столько всего, каждый раз. А черт! Бобби! В чем дело? Света нет. Бобби, что за дела? Что за хрень? Я плачу за номер $1000 в месяц. Уймитесь, я решаю вопрос. Тише, дайте минутку. Сейчас будет свет. Жара ужасная. Сейчас все улажу. Я знаю, знаю, быстрее просто никак. Беда миновала. Свет снова горит. Можно включать телевизоры, видеомагнитофоны, кондиционеры. Хорошего вам дня. Я люблю тебя, Бобби. Взаимно.